Привет, друзья! Сегодня будет от меня вам совет, как можно поменять камеру на колесе без всяких там приспособлений, там ключей, отверток. Сам недавно только узнал этот способ. До этого менял, ну, чем придется снимать покрышку, тем и снимал. Это посмотрел способ. Попробовал и получилось. Вот, снова пробил камеру и решил с вами поделиться, как это делать. Так, смотрите, кладем колесо. Начинаем с места, где оглядывает этот, как он там называется, свисток для накачки. И начинаем сжимать там, где покрышка сходится между собой. А затем немножко как проталкиваем на обод. Отсюда войдем дальше. Так же самое. Вообще желательно вот так может даже сделать. Но, как вы понимаете, я делал это всего один раз. Наверное, весной это было. Это получилось, наверное, с первого раза. Поэтому даже, наверное, не смогу вам четко объяснить. Но принцип такой, что я сжимаю покрышку и, ну, как бы дать ей возможность сесть глубже в обод. Вот, начиная отсюда, вот по этой части. Нужно было посмотреть видео, чтобы самому вспомнить, как же я это делал. И так получается, что оттягиваем ее вверх. Вот получается, она выходит. Можно сказать, без всяких лишних усилий. Просто опыта немного, может там даже и меньше надо прижимать, не так прям, как я там старался. Ну. Даже не запыхался, можно сказать. Все, вот так вот сняли. Пробитую покрышку достаем. Видите, у меня же клеено. Даже не заметил, как пробил. Заехал на стадион, там высокая трава. И видно, где-то на что-то наехал. Но заметил, когда уже садился на велосипед уезжать обратно. Смотрю, пробитая. Так, и теперь еще такой, ну, я думаю, вы это знаете, совет, да? Надо проверить покрышку. Может, в ней что-то застряло, что стало причиной прокола. Так, вроде бы и не заметил. Ну да, видимо. Причина прокола осталась там, где-то на месте, там, где и проколол. Ну, хорошо, что у меня была новая. И... теперь поставим ее на наше колесико. Перед тем, как устанавливать камеру, слегка ее накачаем. Это я все советы там, кстати, узнал. Друзья, в связи с тем, что у нас жара, вторая часть видео не записалась. Я как-то не обратил внимания, не проверил. Я думаю, смысл вам был понятен. Вот я так же, как и снимал, так же и поставил. Все то же самое, только в обратном порядке. Вставляем, где сосок для накачивания. Также продавливаем поглубже покрышку с камерой в обод. Доходим до середины. Как я делал, переворачиваю. Затем ногами
придерживаю обод и натягиваю на себя дальше вверх покрышку. И в итоге она свободно зашла обратно. Посадили, и все. Вот колесо готово.